Проба манту, флюорография, мифы и стигматизация. Ушел ли туберкулез из нашей жизни? Как уберечь себя и детей от заражения? Доктор ответит на все ваши вопросы. 24 марта. О реалиях заболеваемости туберкулезом. В студии главный внештатный специалист Минздрава Самарской области и Приволжского федерального округа по детской фтизиатрии Лада Барышникова. Программа «Звоните доктору». 24 марта, 18:15 на телеканале «Самара ДИС».